Настоящий бренд региона. Как удается на протяжении 20 лет успешно развивать молодежный симфонический оркестр Поволжья? Куда входят лучшие музыканты со всей страны? Чем запомнится публике фестиваль «Классика Open Fest», который сейчас проходит сразу на нескольких музыкальных площадках области? Об этом и многом другом пойдет речь в программе «Актуальный разговор». За все это время у нас через симфонический оркестр прошло, наверное, где-то более 1500 уже молодых музыкантов. Солистом можешь ты не быть, а оркестрантом быть обязан. Сюда приезжают фанатики оркестра. Летняя молодежная оркестровая академия на Волге, симфонический, народный и джазовый молодежные оркестры, яркие запоминающиеся концерты. Чудесные слова есть у Дмитрия Шостаковича. Чтобы лучше понять музыку, надо ее больше слушать. Программу «Актуальный разговор» смотрите в четверг, 18 августа, на телеканале «Тольятти-24» в 19:15 и на ВАЗ-ТВЧ в 20:00.